Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 752. Нам нужно дать ответ на вопрос, верно ли утверждение. Итак, в пункте А, если вектор А равен вектору Б, то вектор А сонаправлен с вектором Б. Для того, чтобы выполнить это задание, мы будем пользоваться определением равных векторов. Векторы А и Б равны, если они сонаправлены и если их длины равны. Тогда, если векторы А и Б равны, то из этого следует, что они сонаправлены. Это утверждение верно. Да. Пункт Б. В пункте Б вектор А равен вектору Б, то это значит, что вектор А и вектор Б коллинеарны. Из того, что векторы А и Б равны, следует, что они сонаправлены. А векторы сонаправлены, если они коллинеарны и направлены в одну сторону. Значит, из того, что векторы равны, следует, что они коллинеарны. Да. Пункт В. В пункте В векторы А и Б равны, то вектор А и вектор Б противоположно направлены. Это утверждение неверно, поскольку из того, что векторы равны, следует, что они сонаправлены. Пункт Г. Вектор А сонаправлен с вектором Б, то векторы равны. Для того, чтобы векторы А и Б были равны, необходимо, чтобы они были сонаправлены и чтобы их длины были равны. А в этом условии не говорится ничего о длинах. Поэтому утверждение о том, что векторы равны, неверно. Нет. И последний пункт Д. Если вектор А равен нулевому вектору, то верно ли, что вектор А сонаправлен с вектором Б? Итак, вектор А – это вектор нулевой. Вектор нулевой – это вектор, который имеет нулевую длину. А нулевой вектор сонаправлен с любым вектором. Поэтому вектор А – нулевой вектор сонаправлен с вектором Б. Верно? Да. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.